я же говорил, что очень важен момент, это борьба с партией. Там три фонда держали, удушающие были. Ну, я надеюсь, что удушающие были, пока не показывают. Но вы должны научиться соперника переворачивать. Широта на самая частая позиция, которая с партией всегда была. Поэтому вы должны иметь такие действия технические, которые будут вам приводить к победе. Перевернули, удержали, все, чистая победа. Или надо там учиться стойки. Сейчас я вот на животе, да? Сейчас наиболее популярно стало такое движение. Вот здесь делать такое. Потому что со стороны живота соперник всегда открыт вот здесь. Вот это лезь. Вот. Еще лучше, например, если вы научитесь сами себе. Вот смотрите. Если здесь сделать, то не очень хорошо. И вот как вот видите, как по канату подтягивает. Натягиваю. Чем ближе кулачок будет в вашей голове, тем больше у вас шансов делать либо переворот, либо удушающий. Вот. Вообще, вы должны понять, ребят, борьба дзюдо — это приложение крутящих моментов и рычагов. Физику изучаете? Да. В школе? Еще нет. Нет еще, да? Ну, вот что такое рычаг? Вот рычаг, да? То есть вот рычаг, видите? То есть вот таким вот движением. У меня точка опоры есть. Знаете, как говорил Архимед? Дайте мне точку опоры, я переверну землю. То есть вот, вот таким вот образом, вот такой рычаг работает. Причем я здесь могу еще что сделать. Смотрите, я его как бы размазываю. Если я его туда придавлю, вот сюда, корпусом, то есть видите, вот прям корпусом. И вот тут в этот же момент рука работает, видите, как рычагом. Какие-нибудь мудреные штуки придумывают. Или там особенно, как посмотришь, для лучшиста, там столько всего накручивают. Самые простые вещи. Вот, смотрите, я его придаю, смотрите. Вот так, открой руку, вот так. Вот так, да. Кисть разверни. Взял по спине. Потяни к себе, потяни. И поднимай. Толкай, толкай, толкай его. Толкай, толкай, толкай. Вот сюда. Да, прижал его, отпустил. Еще выше, выше, выше. Вот, вижу кисть. Я вижу, давай. Все, перевернул лука. Даже вот так возьми, наоборот, руки дай рука. Вот так, дай, дай, дай. Вот так, смотри, вот так, вот так. Теперь смотри, эту рукой толкай, поднимай, поднимай, эту руку поднимай, поднимай. А эту руку возьми шею здесь внизу. Шею. Толкай, 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 толкай. Открывай, открывай, открывай. Еще вот сюда. Да. Есть такое же задним держанием, вот так, возьми ноги, закрой. Решение. Вот смотрите, вот, скажем, вот махер, не дурак, вот здесь, знает, что в этом движении я силен, и он будет вставать, выходить отсюда. Это для меня очень хорошо. У меня отсюда уже есть продолжение. Это он только стал, смотрите. Это еще хуже. Вот видите, это еще хуже для него будет. Там вообще дышать нечего, поэтому человек сразу дается. Вот отсюда, через ухо, вот в вот их, вот туда не подышим. И самое главное, я должен корпусом вот эту руку выпустить. Вот. Видите? Дай руку прижал. Она не рабочая. Он уже есть еще. Если рука освободится, тут получится борьба. Будет у меня переворот, не будет переворот, мне неизвестно. И еще самое главное, здесь надо чего, как не да. Сил нет. А он ничего не может делать. Я потом спокойно перевернул. Ладно. Хорошо. Да я попробую сам.
Плотнее, плотнее. Еще раз давай. Пайка, я сделал предыдущий вариант. Давай еще раз. Давай. И пошла по кругу. Ложись, ложись на спину, ложись. Над него больше, да. И руку тебе здесь стой. А руку зажим. Нет, развернись, скажи. Развернись. Еще разворачивайся. Вот, а руку зажим зажала, видишь его? Ты лег под него. Молодец. Молодец. Ну, с первого раза все делаешь. Куда ты бери? Ноги обратно ставь. Да, рядом лежит, пошел. Марк, давай, что мы болтаем? Да, разговор да. Убрали. А теперь, нет, а теперь через ухо, вот сюда. Вот. И ложись под него. Вот, ложись. И пошел, пошел, пошел. О, держи крепко. Пошел, пошел, рядом лежит. Рядом. Алим. На меня. Рядом лежит. Рядом. На меня. Себя тянь. На меня, давай. Ты пошел, снимай. Да, пошел, пошел, пошел. Больше, рядом лежит. Рядом, да, 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 да. Молодец, вот так. Быстрее давай. Ребят, свое время собираем. Рука пошла. Вот туда, вот, вот, и хочу, вот, 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 и все. Захват взял и переворачивай. Еще раз давай. Быстрее давай. Маленькая пауза. Что смотри? Чем он хорошо делает? Потому что он сразу под него отложится. И вот здесь рядом где-то. Здесь уже будет тяжело прямо. Именно самое главное я вам объяснял. Под него лечь. Вот он как раз под него хорошо лечит. Сюда сразу видно. Раз, еще раз давай. Что мне нравится, вы, ну, благодаря и тренеру, и своему труду, вы двигаетесь. Вы все броски делаете передвижение. Вы молодцы. Да, ошибки есть. Иногда заваливаетесь. Не в том направлении подворачиваетесь, но в принципе все стараетесь двигаться. Это самое главное. Потому что когда я вот стою, ребят, я сверхзащита. Я в любое направление могу реагировать. А если у меня соперник заставил хоть шаг сделать, у меня уже вот эта жесткость, она теряется. У меня появляются слабые места, куда мне можно бросить. Понятно? Поэтому вы на правильном пути. Молодцы. Сейчас, может быть, там как-то несколько таких сделать тренировок, значит, потому что вот в борьбе у вас, да, есть некоторые основные вещи. Почему у меня, ребята, ученики борются, то потому что я на тренировках всегда работаю от тех ситуаций, которые есть на соревнованиях. Поэтому именно в этих ситуациях вы должны ориентироваться. Вот если взять захваты, да, их не так много, в принципе, в борьбе захватов, так, классический захват, скажем, грузинский захват, такой захват, ну, может, десяток не берется, вот. И с каждым из этих захватов вы должны научиться бороться. Наиболее проблемные для вас, ну, вот такие ситуации, когда вам руки отключают, либо одну, либо две руки, и вы вот здесь болтаетесь и знаете, что делать. А там, в принципе, простое решение. Первое образование получил как инженер, поэтому я хорошо знаю механику, которая превращается на работе с человеком, биомеханику. Освобождение от этих захватов очень простое. Давайте все вопросы. Вот он меня взял за руку. Вот вы стараетесь, да? Ну, вы как где-то так вот дергаете. Не надо, ребят, создайте преимущество двух рук против одной. Вот у меня две руки в одном захвате. Делаю шаг, рука оторвала. Второй шаг. Я его все выиграл. Любую руку. Давай, чтобы. Могу вот эту руку взять, смотрите. Вот любая рука берется. И здесь получается двойное движение. Одна рука сюда, другая сюда. Два движения складываются. И плюс еще корпус добавляет. Я вот этой ногой отрываю. Видите? Не просто вот так вот отрываю. Так можно и оторвать. А тут у меня вот корпус помогает. И опять второй шаг. Опа-на. На подхвате сидит, на зацепе, вот он, на зацепе у меня сидит. На чем угодно, я все выиграл. А у вас... Ты прошел мне? Правша снова на шаг, давайте на правую руку. Держи руку. Какие на шаг делают? На правую руку, да? Ну, смотри, ты оторвал, это левую, ты спускай правую. Открываешь шаг назад, трой. Шаг назад. Да. Раз, стоп. А теперь смотри. Левый назад ногой и спину собираем. Вот.
А если ты быстро сделаешь, он у тебя вылетит. Открывай левую руку, так? Открывай, нет, сначала шаги. Нет, шаги. А теперь нет. Это рукой оторвал. Шаг назад, теперь шаг назад. Открывайте, ребят, давай, так. Так, и еще прижу, умница, так. Хорошо, получается у тебя? Скажи. Ну-ка, руки забери его, Ваня. Смотри, забери руку, Ваня, давай. Правую отрывай, Ваня. Подтягивай, Тимо. Марк, а где шаг назад второй? Да, ну, приводи к скрипу. Подворот нет. Давай. Алина, подтягивай. Назад быстрее, давай. Вот, да, передний, хорошо. Смотри, подтянул, взял замочку. Просто ногу выйти. Да, ты плечо, дай бы. Ногу, плечо вниз. Ногу, плечо вниз. Смотри, правую свою. Давай, шаг назад. Шаг назад, сорвал второй шаг, притянул себе. Раз, два, и туда, да, в бок, да. Отлично. Второй шаг у вас делается. Лево делается не от него, а в сортир. Поняли, я хочу сказать. Смотрите еще раз. Смотрите, я держу руки. Сюда смотрите, ребят. Смотрите внимательно. То есть, я вот первый шаг. Второй шаг тоже делать назад, а вы иногда делаете этот шаг вот, к нему куда-то стараетесь. И правую ногу. Да, или вот это. Ну, еще раз, ребят, это очень просто. Смотрите. Окей. То есть вот шаг. И тогда соперник, представляете, как он от меня улетает вперед. А если я второй шаг не сделаю, вот этот вот шаг не делаю, я же его не вытяну, он стоит опять, крепко стоит на ногах. Сопротивляется. А когда сделал шаг, вот он проиграл. И руку не отпускай. Еще шаг назад. Шаг назад. Вот. Правое плечо мотай. Подтягивай больше. Больше подтягивай, да. Давай. Подтягивай и сразу бедро. Вот, молодец. Раз. И право, право. Получается? Вот. Вот. Молодец. Слушай. Как вы думаете, в каком разделе надо иметь как бы преимущество? Захваты, передвижения, броски. Захваты. Вот вы четверть, уже научены, да? Реакция, все правильно. Ну, формулу помните. Молодцы. Не ожидал. Правильно? Всю схватку стойку мы боремся почти все время, там 99% именно за захваты. Вот. И насколько вы сумеете работать в захватах, будет зависеть ваш результат. Не количество приемов, сколько вы делаете на тренировке, а именно как вы грамотно умеете бороться на захват. Вот. Я должен эту сторону убрать от захвата, чтобы он не делал захват. А вы же когда выходите сразу, он право стоит, я левое стоит выше, все, я отдал захват. У него преимущество будет. Вроде бы у меня захват есть, но это борьба без толков. Вот в этой стойке, левая-правая, расстояние очень большое. Развернуться быстро и достать соперника очень тяжело. Поэтому самое простое не дать этот захват. Вот все дело, убрал плечо. Убрал плечо, и у нас две руки нет, чтобы дотянуться до моего захвата. Видите? Я могу, если вы смотрели Олимпиаду, да? Его сектор атаки вот здесь, а он иногда в этот сектор атаки сами уходит, и вот он меня туда бросит. А я не даю, вот я говорю, подумайте, даже вот они захват. Вот даже взял захват, я сюда иду. Ну вот, его подворот, все, рабочей руки нет. Вот, ребят, вот так мы должны бороться. Я всегда вот привожу пример своего призера Олимпиады, Расула Батина. 32 схватки провел официально на соревнованиях. Один раз упал после 4-месячного перерыва. На ковку упал. Две Олимпиады отборолся, 9 схваток. Ни одной оценки на соперник не смогли. Не потому, что он такой великий, крепкий, ненавистный, да потому, что он не давал никому сопернику брать захват. Скажем, соперник, он боролся по-разному. С правостойщиком так, с левостойщиком так,
и так далее, и так далее. Плюс как бороться с высоким спортсменом. Там много моментов, которые вам еще, конечно, надо будет осваивать. А вот он... Давай, и левую колено. Вот, 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 Я с вами быстро говорю. Так, молодцы. Молодцы. Вот примерно стабильный журнал, 20 минут сегодня. Вот смотри, вот то, что мы сейчас показали вам, вот я сейчас в Болгарии нашел еще другой путь, как вот эту рамку разрушать. Ребят, вот вы это рамка. Арсен, возьмите, Арсен, снимай. Ребят, вот в этой рамке что-то сделать очень тяжело. Потому что я контролирую Махира, он их контролирует, любой подворот он остановит. Поэтому вы должны научиться вот эту рамку разрушать. Могу вот сюда заходить, вот смотрите опять какой легкий захват. А могу, и могу и вот сюда заходить, смотрите. Представляете, какой мощный поворот идет. Какой последний? Так, еще раз, еще раз. Смотрите, отворот, еще раз, ребят, смотрите внимательно, медленно, смотрите. Ну, прихватывает, оторвал, и все. В зависимости от его реакции, вот я могу его потянуть, а он не захочет пойти. Назад. Ну, замечательно, вот он не идет за мной, не идет. Я значит его сюда брошу, назад сразу. Вы соперников, дедо, должны помочь. Он брал с левой руки, начинал. Скажи, посмотри, ребят, смотрите, он правую руку должен загнать. Пусть отпусти его. Ахан должен правой рукой взять, а он с левой, смотри, да. Смотри, с левой начинает, правой подтаскивает, да. Давайте, ребят! Ребят! Давайте спасибо скажем тренеру Владимиру Николаевичу, уделил нам внимание, показал вам интересные вещи, мы будем их делать и будем рады. Спасибо большое, давайте похлопаем. Пожелания от тренера. Послушайте, ребят. Ребят, у нас вид спорта как космос. Познать дзюдо практически невозможно. Дело совершенствования в этом направлении нет. Вот основатель дзюдо, Дзюдоро Кано, когда он дошел до 10-го дана, он понял и сказал себе, я знаю, что я дзюдо не знаю. Я одел заново белый пояс. Поэтому... Сели! Наш вид спорта очень интересный. Здесь надо много интеллекта и бороться не мышцами, а головой. И вот когда вы это поймете, когда вы начнете в дзюдо играть, не биться как бараны, а именно в дзюдо играть, соперника обыгрывать, тогда у вас результаты пойдут. Понятно? Будете приглашать, я буду приходить, помогать, исправлять ошибки, потому что процесс познания дзюдо бесконечный. Бесконечный. Так что я желаю вам удачи. Я уже, в принципе, вами горжусь, потому что вот у меня внучка говорит, приходит там ребята от Махира Гасанова бороться. Они почти у всех выиграли. Занимают пьедесталы. Она наблюдает за этими ребятами и говорит, когда они к нам приезжают, туда в Гальяно, говорит, твои ребята там выиграют почти все соревнования. Так что вы на правильном пути, тренер у вас замечательный, вот, любите его, слушайтесь, и тогда будет у вас успех. Спасибо. Спасибо. Романа Георгиевича, сейчас спортсменам приготовили подарки. Здесь журналы, посмотрите, они интересные, детские журналы, Мурзилка. Сейчас вот здесь, потом смотрите, маленькие. Сначала маленькие.
маленький подходит, маленький берут, по журналу взяли. Маленькие, маленькие. Все маленькие подошли, взяли. Остальные строят пока. Ой, у вас как Так, все улыбаются. Смотри, ровно сядьте. Вот сюда, вставайте ближе. Сзади встаньте. Смотрите сюда, Тимоха. Идите сфотографируйтесь, ребят. Сфотографируйтесь все. Сейчас все не строимся, подождите. А что это вы читаете? Чего? А что это такое, Мурзилка?